чуть плосковатая и длинноватая поясница. При том, что собака в целом с такой профильной линией груди, несколько подрезанной снизу, должна иметь более компактный формат. На сегодня он имеет достаточно растянутый формат, но не за счет правильного положения груди, а за счет того, что у него поясница излишне длинная. Вот. В целом, если она соберется, если она станет более напруженной, это не будет так бросаться в глаза. На сегодня, к сожалению, вот эта разболтанность в этой средней части за счет поясницы не дала возможности мне сегодня ему отдать лидирующую позицию. В целом, очень выразительное животное. Третья собака тоже красивый гармоничный кобель, крупнее предыдущих двух собратьев, очень выразительной головой, с темной маской, с хорошей объемной в черепе, с хорошей линией верха и низа, правильными пропорциями груди, излишне наклонным крупом, чуть прямоватым плечом и, я бы сказала, умеренными углами конечностей задних, что, к сожалению, не дает ему возможности правильно толкаться и хорошо шагать именно задними конечностями. На сегодня он не смог участвовать в конкурентной борьбе с предыдущими двумя соперниками за счет того, что на практически втором кругу уже выдохся и не смог показать нам позитивные, стабильные движения с желанием двигаться. Вот. Ему пожелать тренинга немножко и просто доразвиться до своего желаемого. Хозяева, я позовите оттуда. Откуда? Он же сюда лезет. Номер 42 сегодня четвертый в нашем ринге. К сожалению, это самая плохо подготовленная к рингу собака. Хотелось бы пожелать ему чуть меньшей субстанции. Все-таки у него излишнего много тела для его возраста. Он должен быть суше. Хотелось бы видеть более зачерненную маску, более черную между ушами и на морде. Хорошие линии верха и низа. Несколько припадает на перед движение. Ему не хватает желания двигаться правильной амплитуды. За счет этого умеренные углы конечностей передних, хорошие углы задних конечностей, хорошие пропорции груди. В целом, на перспективу правильный показ, правильная подготовка, я думаю, как бы спасет дело.